Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Нормально ли это? У меня в жизни было два расставания. В первый раз школьная влюбленность сильно тогда влипла и 3 года отходила, встретила другого парня, который меня полюбил сильно, но я его не любила, просто чувствовала, что не могу, не умею, не знаю. В итоге из-за этого отношения угасли, он ушел, понимая, что сделала человека очень больно. У меня теперь атрофировалась не только способность любить, но я перестала ощущать себя привлекательной девочкой и женщиной. Возможно, это из-за того, что меня в школе отвергли. И как мне теперь вернуть чувство любви, собственной привлекательности, или это само пройдет? Ну, смотрите, нормально ли это для вас? Да. Потому что это с вами происходит. Если с вами это происходит, значит, это нормально. А пройдет ли это само? Может быть, пройдет. Может быть. Какие будут отношения у вас, вот когда это пройдет само? Вопрос. Большой вопрос. Ну, то есть, непонятно, какие у вас будут, какие у вас будут отношения, какими они будут, да? Вот. То, что вы влюбились в школе, ну, это нормально. То, что вы 3 года отходили, свидетельствует о том, что влюбленность была, вероятно, невротическая. То есть в этой влюбленности было, помимо вот, собственно, любви к человеку, да, какой-то идеализации его, в этом было что-то еще. Еще что-то из вашего внутреннего конфликта, из вашего какого-то противоречия, если угодно, да, вот, то есть в этом, ну, в этом ключе, на мой взгляд, вот вам стоит здесь подумать, да, то есть вот вы долго отходили от чего? Вы тосковали, вы горевали, вы страдали. Почему? Не почему, по какой причине, а чего вам не хватало? Вот. Чего вам не хватало, чтобы вы вот так горевали, да? То есть, что, условно говоря, было поставлено на кон? Далее, вы пишете, что встретили другого парня, который меня полюбил сильно, но я его не любила, просто чувствовала, что не могу, не умею, не знаю. Вот это интересно. Не могу, не умею, не знаю. Видите ли, что именно не могу, да, что именно не знаю, особенно если речь идет там, допустим, о чувствах. Вот. То есть, что надо знать, что надо уметь, вот в этом смысле. Ну, я бы сказал, что для меня это загадка, как минимум, вот. То есть, что именно вы от себя требуете знать и уметь? То есть, у вас, что получается, у вас требования, получается, какие-то к себе тут есть? Вот. Или что? То есть мне интересно. Вот, если есть требования, то какие они, эти требования?
вот, что они из себя эти требования представляют. Вот. Ну и самое главное, вот самое главное, наверное, на что можно было бы обратить ваше внимание, это то, что вы же влюбились до этого. Вот. Понимаете, какая штука? То есть, ну, вы влюбились до этого. Вот. А если вы до этого влюбились, значит у вас, ну, есть навык. Вот. Просто, просто да, вероятно, ну вот, вероятно, вы влюбиться-то влюбились, вот, вероятно, первый раз. Вас отвергли, вы переживали, вот. В первую очередь вы переживали, ну, возможно, да, вот, в первую очередь вы переживали, наверное, потребность в любви, ты там хотел, ну, чтобы вот, чтобы вас, ну, полюбили, вот. А вам хотелось, чтобы вас любили, и вы, ну, как-то вот на этом, на это заострили свои, ну, свои чувства, вот. Но в то же время есть ощущение, что вы опять же от себя требовали любить. Вот, то есть, ну, есть такое чувство, есть такое ощущение, вот, есть такое ощущение, что вы требовали от себя, чтобы любили вас, чтобы любили вы, вот. А этого не произошло. Ну, ну как-то, да, то есть этого не случилось, вы не полюбили, вот, и человек ушел, вот. А вы, значит, себя за это вините, за то, что он ушел. Вот. А, ну, почему-то вы себя за это вините. А, вот. Как так получилось, вот. Ну, как так вышло, чтобы себя, ну, ну, вините, да, вот. Ну, это вопрос уже, вот. Это вопрос такой, вот он, более, серьезный, вот. А почему? Почему? Почему вы эту ситуацию восприняли на свой счет? Вот. То есть, ну, как так вот получилось, да, что вы на свой счет эту ситуацию восприняли? То есть, ну, что вы считаете, что что-то вы вот человеку сделали больно, да? Ну, на мой взгляд, это некое такое следствие, некое следствие того, что вы себя изначально обесценивали. Вот, вот раз итогом этого стало вот
такая, получается, потеря привлекательности, ну, своей, вот. То есть это, вот, как мне кажется, проблема, вот. И, соответственно, на мой взгляд, нужно смотреть, в первую очередь, на то, какой конфликт свой психологически вы пытаетесь решать. Вот. Ну, что это за конфликт, который вы пытаетесь решать. Вот. На мой взгляд, это и является ключевым моментом. Вот. Если вы, грубо говоря, конфликт этот увидите, если вы его разрешите, этот конфликт свой, вот, то я думаю, что чувство привлекательности вернется. Но вернется оно не таким, вот оно вернется не таким, каким оно было. Вот, оно вернется более зрелым, на мой взгляд. Вот. То есть вы будете чувствовать, ощущать себя, на мой взгляд, скажем так, ну по-другому. Вот. Вы будете себя чувствовать иначе. Вы будете чувствовать себя по-другому. Вот. Ну вот, тоже вот такой вопрос, да, будете ли вы к этому готовы? Вот, в этом смысле. Будете ли вы к этому готовы или нет? Это довольно интересно. Вот, потому что, ну, вполне возможно, что вы будете вот, пытаться вернуть все, что было. Вот, ну, будете стараться вернуть то, что было. Вот. Ну, конечно, это вот не факт, совершенно не факт, да, что это у вас получится, потому что ну, вы изменились, потому что вы стали другой, и, соответственно, вот, ну, как-то ожидать, да, ожидать того, что будет так же, ну, это вот, на мой взгляд, несколько наивно. Вот. Поэтому я думаю, вот, такой момент нужно тоже учитывать, конечно, нужно этот момент. Вот. В принципе, наверное, это все, что я хотел вам сказать пока что. То есть, да, конечно. Ну, то, что вас травмировала эта история, которая была в школе, это факт. Вот. То, что вы получили травму такую, это факт, вот. И, конечно, безумно жаль, что вы, ну, что вы травмировали,
Вот, безумно рад, что вы травмировали. Вот. Но, возможно, большую роль играет еще то, что эта ситуация не была вами прожита. Вот. Прожита, ну, до конца. Вот. То есть вот этот момент тоже оказывает существенное влияние на то, что на то, как вы чувствуете, да, на то, как вы ощущаете этот момент. Вот. Если вам помочь прожить вот всю эту боль, которая была, вот, потому что возможно, что дело не только в том, что вас отвергли, но, возможно, дело еще в том, в какой среде вы находились в тот момент, вот, когда вы, ну, переживали это тоже очень важно. И если вот так вышло, что среда была токсическая, то есть она была для вас деструктивная, она для вас была болезненная чем-то, вот, то это тоже повлияло. Потому что человек может свои чувства, вот, ну, например, чувства влюбленности, да, может направлять на другого человека сублимируя. Вот. То есть, что это значит? Это значит, что что-то у вас не получилось, например, с вашими близкими, родными, вот, значит, что-то у вас не вышло. Ну, бывает вот. Взаимопонимания нет. Там между вами и вашими родными, к примеру. Вам плохо. Вот. Вы испытываете дискомфорт, болезненность, боль. Вот. Все это вы испытываете. Реализовать это не можете. Ну, то есть, вот, избежать этого не получается. Никак не получается. Вот. Ну и, собственно, какие варианты в этом случае? Ну вот. Подворачивается человек, вы с ним начинаете какие-то отношения, ну, отношения выстраивать, вот, как умеете. То есть, вот здесь меня больше всего смущает то, что вы говорите, вот, значит, про то, что вы не умеете, не знаете, вот. Вот меня смущало несколько.
Потому что вот что именно вы не умеете, что именно вы не знаете, да? Это, конечно, для меня большая загадка. Вот. А нужно этот момент обязательно преследовать. Потому что, ну, не нужно какое-то умение, да, для того, чтобы любить, например. Вот, совершенно для этого умения никакого не нужно. А вы от себя этого требуете. Вот. Вы от себя этого требуете довольно-таки серьезно, плюс вините себя за то, что человеку причинили боль. Но никто не может причинить человеку боль, кроме его самого. Вот. Поэтому тут нужно смотреть тоже. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью.